друзья здравствуйте вечная проблема новичков не могут э, установить виртуальное окружение э, с разными версиями Django и разными версиями python Ну, первое что это я уже сейчас не буду показывать э, показывал сначала у вас должен быть изначально установленный версии python которые вы хотите например, там версии 2 версии 3 э, Теперь устанавливаем разные версии Django. Во-первых, по HR время от времени меняет интерфейс. Но разобраться здесь несложно. Вот смотрите. Мы берем новый прожект Django. Да? Сейчас они сделали, что вот видим новое виртуальное окружение где находится и базовый интерпретатор, то есть Python, который установлен. Далее, если мы поставим здесь галочку, то библиотеки будут загружаться вот в этот Python, который в системе, этого нам не нужно. А эту галочку, если поставить, то будет применимо ко всем при проектам. Это нам тоже не нужно. Второе, второе, это просто мы э, выбираем ранее установленное окружение. Ну, давайте э, мы хотим, допустим, установить Джанго 1.6, потренироваться, да, там, по старым урокам. Во-первых, есть несколько путей. Вот смотрите, у вас еще нет виртуального окружения. Если вы создаете новый проект Django, да, то автоматом э, по HR устанавливает последнюю версию. Нам это, э, допустим, не надо. Но ну, так делают большинство людей. Ну ладно, сделаем именно так. Э, для начала я рекомендую сделать следующее приготовление Windows или в Linux. В любом случае. Сейчас у меня Linux в Home, а в Windows в папку отличную от диска C, D, на D, на E без разницы, но чтобы C слетит, а виртуальное окружение остались. Создайте папку себе, например Django ENV, как я создал префикс env то есть для меня говорит что это виртуальное окружение и а, вот смотрите вверху это сам проект мы назовем сейчас проект тест у меня могут быть там тесты поэтому назовем тест 333 чтобы не перепутать Дальше. Давайте попробуем создать виртуальное окружение. То есть, как я говорил, просто вот новичок создает. Пока еще слабые знания по, вообще по всему. Поэтому первое, что надо сделать, это выбрать ранее созданную папку. Складывайте виртуальное окружение в одно куда-то место. И выбираем. Выбрали папку. Вот я выбрал Django ENV. Дальше ребят, смотрите, это папка локации. Значит, надо еще добавить слэш и добавить название виртуального окружения. Добавляем его тест 333 нижнее подчеркивание ENV. То есть, пусть будет так. Вот здесь мы выбираем версию Python, относительно которой Будет работать. Версия Python должна быть установлена, установлена заранее. Допустим, если брать 1.6 Django, то э, ставим версию Python не, менее 3, не, не более 3.4. Э, значит, э, 1.8 тоже я рекомендую 3.4. А уже там двойка, 1.11 .11 можно 3.5, а двойка уже 3.6. Эти э, галки мы не ставим. Еще раз повторяю, если мы установим здесь галочку, то пакеты будут ставиться не в наше виртуальное окружение, а в сам базовое виртуальное окружение Python. Это нам не надо. На то оно и виртуальное окружение, чтобы в одно виртуальное окружение, допустим, установить Python 3.4 версию 1.6 Django, во второе там Python 3.6 Django 2 и так далее. Вот эту галочку мы тоже не выставляем, потому что это тогда будет применяться ко всем проектам. Открываем море сеттинг. Здесь оно говорится, значит, выбрать шаблоны Django, мы можем, допустим, и другие. Папка шаблонов, Templates. Все правильно. И ставим, нажимаем создать. В данном случае мы видим, что пошла установка виртуального окружения и пошла установка само, самого Django версии. Подождем. Итак, открываем, э, вот проект создался, открываем проект, открываем тест, открываем сеттинг, смотрим, действительно установилась версия 2.0.2 в данном случае, то есть последняя. Какая последняя будет, такую установит. Но на самом деле мы могли бы поступить по-другому, но сначала я покажу. Вот в данном случае мы хотим установить 1.6. Нам просто надо запомнить это окружение. Нажимаем ключик. Далее переходим в папку с проектом. Она так и называется Project, то есть настройку с проектом. Тест 333. Нажимаем интерпретатор проект интерпретатора мы видим же версию джанга 2.2 мы просто выделяем и при помощи минуса ее удаляем все удалили далее далее мы э, нам надо добавить версию 1.6 допустим мы нажали плюсик нажимаем Django. вот тут специфу версион выбираем нужную нам версию Последнюю с, с линии 1.6 1.6.11. Инсталь. Паскагекс. То есть установить пакет. Устанавливаем версию 1.11. Версия установилась. Обращаю еще внимание. Допустим, начиная... Э, Начиная с версии 1.8, надо для обработки изображений. Там только пилов. Но с 1.6 тоже, думаю, будет работать пилов. Поэтому всегда сразу ставим библиотеку пилов. Там и пил установится. Она нужна. Сразу же всегда ставим. Если работаем джанго, пилов должно быть установлено с первых шагов. Установили. Все. Нажимаем ОК. Для того, чтобы у нас был проект теперь с версии 1.6, мы что делаем? Файл, нов Project. Выбираем проект Django. Но теперь уже мы воспользуемся не вот этим виртуальным окружением, а выбираем интерпретатор. После чего Uh, Если его здесь нет, мы смотрим. Вот в данном случае этого виртуального окружения нет. Значит, что я делаю? Нажимаю звездочку и нажимаю, то, то есть от local. От local, пробую выбрать здесь. Здесь нету. Значит, дальше мы видим виртуален От конда, у вас может не быть, это у меня на конда. И вот здесь есть система интерпретатор. Вот тут. Вот тут мы нажимаем далее э, сбоку и просто-напросто так убрать скрытые папки, в Windows этого нету, и э, ищем наше виртуальное окружение. Значит, у меня оно находится в папке Django .env. Вот оно, тест ENV. Да? Далее я открываю папку BIN и ищу папку Python. В Windows это будет называться папка не BIN, а папка Scripts. Буква S большая. Нажимаю ОК OK и нажимаю ОК. OK. Теперь у меня установлено Python 3.4 виртуальное окружение. Я нажимаю, нажимаю ⁇ Создать проект ⁇ Теперь проект... Напишу DG 16, то есть 1.6. По чарам поэт, крята. Так, нажимаю ОК. Открываю настройки. Пожалуйста, теперь установилось все правильно, установила джанга 1.6. На самом деле, на самом деле, мы э, можем сделать следующим образом. Перейти в настройки, нажать проект, нажать проект-интерпретатор, нажать плюсик. Стоп. То есть нажать здесь, От ремонт. Так, пока нам это, это, это серверное, значит со, сделать по-другому немножко файл но, но в project и посоздавать себе виртуальных окружений мы можем посоздавать себе виртуальных окружений допустим для джанга 1.6, для джанга 1.7, для джанга 1.8, для джанга там 1 .10, для джанга 2 и потом только выбирать если мы хотим поработать с каким-то проектом на конкретно выбирать виртуальное окружение все банально просто ну конечно надо немножко э, знать И обращаем, ну, по настройкам, видите, я вижу, что это 1.6. И 1.6 тут проверяем. Просто-напросто со временем, когда вы немножко поработаете с Жанго проектами, то вы увидите, что настройки вернулись к версии 1. Вообще, в двойке вернулись к версии 1. Меняются, но смысл остается тем же. Работать надо со всеми версиями, ребята, со всеми. Вот в школе я рекомендую, и это архиважно. Это я уже рассказывал не раз, потому что все основ... основная концепция джанга это выборка, оно все одинаково во всех версиях.